Всем здорово, продолжаем сборку ГБЦ от BMW, двигатель M20B20. Как я уже показывал, ее торсанули. Теперь я занялся клапанами, снял сальники клапанов. Кстати, будет видео, где я покажу, какой я самодельно сделал съемник, как легко снимаются вот эти сальнички. Они уже, они даже вот не прогибаются, вот пластмасса уже, все, эластичность потеряли. Вот. Но в данный момент я вам хочу рассказать о своем способе притирки клапанов. Мне в свое время его показали автомеханики. Для этого берем шайбочку, вот такую вот, извиняюсь, гаечку с шайбочкой. Наносим суперклей. Переборщить не боимся. Обильно смазываем. Приклеиваем. Приклеили, и я для пущей надежности чуть-чуть вот так вот с краев подлил. Все, жду, когда схватится. Чуть-чуть подклеится, так скажем. Ждем. Почему суперклей? Потому что он сохнет очень быстро, это очень удобно. И почему именно этот способ? Потому что я смотрел другие способы, там трубку делает, дрелью тянут клапан. Как-то мне не очень это нравится. Мой способ тоже с помощью дрели. Я использую вот такую вот пасту для черновой и чистовой притирки в одном флаконе. Один клапан за 3 минуты. Открываем. Наносим на кромку. Равномерным слоем. Много ее тоже не надо, чуть-чуть, главное на кромку. Все, на кромку нанесли, вставляем направляющие, и сейчас буду крутить. У меня вот такой переходничок для головок на дрели, его, в принципе, можно хоть на Емексе, хоть на Экзите заказать, где угодно. Одеваем голову, у меня на 19, потому что гаечка на 19, а там вы уже одеваете, какую хотите. Смотрим. Приподняли клапан, чуть-чуть поправили пасту. Можно включать реверс. Как видите, гайка держится отлично. Честно, второй раз в жизни клапана тру. Хотя нет, вру, не второй раз. Первый раз на К750, но там в клапанах прорезь есть под отвертку. То есть что-нибудь похожее на отвертку, зажимаем дрель, также крутим. Второй раз на скутере. Третий раз на Volkswagen Passat B3. И тут четвертый раз. Обороты большие давать не надо. В коем случае. Никогда не нужно больших оборотов в притирке. Смотрим. Чуть пальцем убрали, посмотрели. Притирается, прекрасно притирается. Еще чуть-чуть покрутим. Мне кажется, этот способ намного удобнее, чем когда трубку одевает с обратной стороны клапана вот сюда и дрелью пытается тянуть. Мне, по крайней мере, кажется, что так намного будет лучше.
Теперь мы убираем отсюда, конечно, лучше бензинчиком, керосинчиком, солярочкой, прям вымыть хорошенько, убрать отовсюду пасту притирочную. Ну, конечно, еще буду тереть, но я просто показываю, как я делаю. Потом, смотрите, вставляем, кто-то скажет, вот, клей, что это такое, ничего не будет. Первые 2-3 вспышки в камере сгорания, и от клея не останется и следа. То есть, вот я перед этим тер клапан, видите, тут просто пятнышко от клея. Все, следующий, опять же, на суперклей сажаем на клапанок гаечку с шайбочкой, пастой мажем и притираем. Никаких проблем. Так что переживать не стоит ни о чем. Мне кажется, это самый лучший способ. Если кто-то знает способ лучше, удобнее, напишите, пожалуйста, об этом. А я вот поделился тем, чем поделились со мной. Всем пока. Подписываемся на мой канал обязательно, кто это не сделал. Ставим лайк, комментируем видео. Ну и, конечно же, ждем новых встреч. Не забудьте нажать кнопочку колокольчик, на кнопочке подписаться, дабы не пропустить свежие ролики. Спасибо за внимание.